Всем привет! Сегодня у нас Unite с композицией Geekin. И все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ступайте, ставьте лайки, жмите колокольчики, и мы начинаем. Мне нравится, как обработан вокал. Тут вот вся вот эта звонкость, именно зернистость, которая присуща голосу поющих, она прям подчеркивается. Ну, то есть, видимо, параллельно взяли ту же самую дорожку, кое-что в ней утрировали и кое-что подрезали и подмешали к основной. Получается такой немножко зернистый звук. Хорошая техника, она мне нравится. Double up with it, wires turning funk, getting hot with it. Shimmy in the rain, do my dance in it. About time, pop it up, do my dance in it. Why you kicking? In the room full of VIPs, put them up one time, good VIPs, yeah. I'm wearing killer prints with a killer beat. Step it up, check cook with my 808. Yeah, I can hear your sighs. I just do them linger more. We are different sides. Get me, I'm the gun and go. И качалка есть, слушайте, хорошо обработанный вокал, и качалка, и прикольные синты на фоне, и ритм прям захватывающий. Что можно еще желать? Наверное, только какой-нибудь фантастический, невероятный, агрессивный припев. Или нет? Послушаем. Running back, why you geeking? Yeah, talking that talk, what you seeking? Back geekies in the HIDE. Left hook, right hook, yeah, MIKE. Tyson, why you geeking? Yeah. Why you geeking? Why you geeking? Oh. Why you geeking? Why you geeking? Candy picture, I'm not alone, I'm best. On the team, we are best, so then I went best. I'm putting diamonds in jacket, you dress. All that you got more tattoo, no man call it on tattoo. Мне очень нравится работа с перкуссией. Здесь просто куча прикольных разных интересных звуков, которые так вот своими тембрами вместе сочетаются и просто выходит отлично. Хотя, конечно, тут не особо много пения, больше речитатива, но это не хорошо и не плохо. Это такая задумка. Ну и как обычно, я сказал, после этого они начали еще больше петь. Хорошо, возможно, здесь примерно 50 на 50. Но пока что я склоняюсь к тому, что контрольный пакет акций вокальных партий данной композиции все-таки находится у рэперов. Но, возможно, к концу песни я в очередной раз скажу, что был в этом вопросе не совсем точен. Что ж, сделаем вывод, что хватает здесь и вокала, и рэпа. Хорошо, на этом договорились. И сойдемся на такой позиции. Песня умеренная, дерзкая. Про агрессию здесь вот так вот слегонца можно добавить. Все-таки она такая более дерзкая и непринужденная. Вот новое прилагательное я и вспомнил. Просто купил словарь. Добавлю в плейлист, конечно, буду слушать. Само собой, тут очень прикольные перкуссионные звуки, которые прям захватили мое воображение. Как же их можно, так сказать, позаимствовать?
Но это совсем другая история. Пока что список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзинитим, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Пока тепловая сфера вселенной не разлучит нас, и там еще поработаем. Далее бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Это прекрасная возможность поддержать все мои каналы и, соответственно, меня. Трехмерность пока еще сохранена. Спасибо бустерам за это. Далее MP Reviews, K-pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал Хаплокация. По-прежнему Максима, я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.